Сорт груш светлянка. Дерево среднерослое, с пирамидальной раскидистой кроной, средней густоты. Тип плодоношения смешанный. Плоды, вот видите, они среднего и меньше среднего размера. Массой 90-120 грамм. Округлые, гладкие, правильной формы. Кожица средняя, гладкая, маслянистая, с восковым налетом. Основная краска в момент съемной зрелости зеленовато-желтая. В период потребительской зрелости золотисто-желтая. Покровная красная по меньшей части плода. Но вот в этом году так не получилось. Мякоть кремовая, средней плотности, нежнее, полумаслянистые, сочная, без грануляции. Вкус кисловато-сладкий, со слабым ароматом. Дегустационная оценка этого сорта 4,5 балла. Съемная зрелость наступает в первой декаде сентября. Продолжительность потребительского периода в условиях охлажденного плодохранилища 90 дней. В пору плодоношения вступает на 6-7 год. Урожайность высокая. Характеризуется достаточно зимостойкостью и высокой устойчивостью к болезням. Достоинство сорта – хороший вкус плодов, комплексная устойчивость к болезням. При использовании плодов на переработку получаются продукты высокого качества. Вот какой это сорт. Так что сажайте, те, кто хотят, чтобы немножко подольше поесть груши. Всем приятного аппетита! Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем-всем доброго здоровья!